Привезли нас все-таки к станции метро подземки, но, возможно, там какая-то пересадка или выход к надземному, мы не знаем, и пообщаться сложно с ним. Сейчас спустимся и разберемся. И еще здесь такая особенность метро, что надо точно знать, куда ты хочешь доехать. Но мы сориентируемся, я думаю, на какую-нибудь центральную точку, чтобы... Ну, просто выйти, хотя бы так оглядеться по сторонам и поехать, в общем-то. Очень глубоко, но без эскалатора. И здесь мало людей. Я, знаете, боялась, что мы сейчас зайдем в метро, и там потоки нас сносят, как в Москве. Вот мы уже второй день и понимаем, что везде, ну, довольно мало людей. Здесь можно покупать билеты на сутки, но это невыгодно нам будет. Я уже в Москве купила и тут тоже посмотрела, что мы столько не съездим, выгоднее по разово. Машет нам рукой. Привет, говорит. И Дарина машет привет. Привет. Смотри, нам карту дают. О, thank you. А SkyTrain. Мы находимся здесь. Первый вопрос, куда нам надо? Нам на SkyTrain. Вот на Салатово, да? Две станции, раз, два. Окей. Так, три билета нам все-таки предлагают купить на Артемия тоже. Но я думаю, что по их меркам, по росту, он довольно-таки взрослый человек. Да? Чудо. Что тебе дали? Жетончики? Жетончики такие. Дали только метки. Два? Да. Все-таки два? Да. Три. Короче, я так понял, что один типа детский, угу. Два взрослых. Ну все, пойдем. И вот это дело обошлось нам в 48 бат. Стоимость зависит от того, куда вы поедете на самом деле. Но мы вот две станции проедем, пойдемте дальше посмотрим. Довольно-таки комфортно и мало людей. А в какую сторону нам ехать? Пойдем посмотрим. Сукхумви. Нет. Все. Нет. Смотри, АРЛ это из аэропорта. Мы могли прямо напрямую приехать на Печабури. Мне нравится, здесь нет суеты. Я боялась вниз спускаться. Ну, по московским, да, этим. Вот здесь ровно так же, как в Дубае. Прям один, как сейчас помню. И тихо довольно-таки, да? Народу много. Вот, опять едет наш улыбчивый друг, идет. Будет и нам помогать. Да, он нам поможет, походу, зайти. Чтобы мы не накосячили. Очень комфортно, ничего не трясет, не шатает, не шумит, кондиционер работает. Красота. Все улыбаются. Что они везде эти сосиски рекламируют? Вот везде нам почему. Посмотрите, у нас везде без очереди, пропускают через классные какие-то такие проходы. Бомба. Может быть, потому что мы с детьми и коляской? Да, я просто так прикинула, там инвалидное кресло написано, но вот на инвалидном кресле вряд ли это будет возможно вообще. Каких-то лифтов, что-то нету, да? Ну а с детьми коляска, в принципе, хотя никого кроме нас нет, но нормально. БТС Асок Стейшн. Вот нам надо туда. Не получится.
не работает. Мы вот решили активировать услугу лифт. Сейчас посмотрим. Это какой-то геморрой, так что проще инвалиду встать и пойти на эскалатор. Но это не все так просто. Есть там вызвать кого-то. Ну, вызвать охранника, чтобы охранник вызвал еще кого-то. Мне кажется, в Москве это как-то так уже происходит. Но тем не менее, это важно для тех людей, которые самостоятельно не могут перемещаться. А мы просто проверить это хотели, как это работает. И вот не так уж и долго идет человек с ключами от лифта. Тема, Тём. Да, она же нам вышивала дверь. Смотри, они вручную он работает, оказывается. Вот. И никакой не геморрой, Григорий. Что ты? Вот мы сейчас доедем прекрасненько. Не знаю, но судя по лицу, она это делает не очень охотно. С удовольствием, конечно же. Конечно, с удовольствием. С невеликим удовольствием. Вот. О, thank you. Thank you. Все? Говорит тоже спасибо, что вот, дали возможность вспомнить, как это работает. Что-то. Так, мы на улице, я так полагаю, что вот там, наверху станция. Да. Купили билетики, там сложно. Короче, дети чисто по росту, без всяких там годов и так далее. Да. А, 3 билета до последней станции. Мы едем до 44-й станции, как бы она там ни называлась. Просто она крайняя. Вот такая высота. 10-20 метров – это высота это воздушного метро. Сколько? Ну, от 10 в каких-то местах до 20 метров. И смотри, куда мы поедем. Классно, там прям у-ху! Вдоль всех этих красивых домов, больших, все посмотрим. Прям мне напомнило сразу Дубай, мы также ездили, катались. Надо купить кепку, потому что мы волосы укладывать их бесполезно. Прогулка наша только началась, я вся мокрая. И Даришка тоже. Ну что, сели? Сейчас будем смотреть в окошко. Поехали. Ту-ту. Ту-ту. Тюх-тюх-тюх-тюх-тюх. Take a moment right here, feeling like it's out gear, driving towards the sun, with a rose and a gun, feel the wind in my hair, going nowhere I swear, like an outlaw on the run, dangerous but it's so fun, running, running. Пришли помочь опять. Вот. Нам открыли лифт, чтобы мы спустились. Он проверит, да, куда билеты у нас. Он их просто взял. То есть мы могли просто оплатить одну станцию. А приехать сюда, правильно? В Таиланде все работает на честности. Карма. Как этот парк называется, как ты думаешь? Парк называется «Вход через туалет». Вот так называется. Мы вышли на этой нашей крайней станции последней. Тут оказался парк. Мы сейчас откроем карту и Google и посмотрим. И он такой зеленый. Такой зеленый. Аж в глазах зелено стало.
ходим, там прекрасно. Здесь отдыхают тайцы, голуби, и мы теперь будем. И вот пришли мама, папа, сынок и поперли. Первое упражнение, второе, третье, четвертое, пятое, шестое. Вот. Круто. Вот сейчас стало прям очень жарко, печет на голову, очень нам пока непривычно, забыли вообще, что мы в теплых краях, и нужно обязательно нам сейчас головные уборы приобрести. Покажи лучше мастерство парковки. Мастерство вот парковки. Вот этот белый автомобиль шикарный, это парковка. Посмотри сзади, посмотри спереди. Ну, сзади это прям таки, это нормально? Ты видел? Он... Бампер расходится нормально. Вот это был предвход в парк, видимо, а это вход в парк, вот тот самый, наверное. Вон бамбук. Где? А, вон, пойдем поглядим. Бамбук? Бамбук. На карте вот это место значилось как Night Market. А теперь, видимо, утилизация его. Тем. Это банановые деревья, Тем. А что это? Манго на других деревьях. Ну, похоже на манго. Ты лучше не трогай, а то вдруг они какие-нибудь ядовитые. А, бананчики, смотрите, бананчики. Вот, первый раз я на этих банановых деревьях вижу бананчики, а то я уже начала сомневаться, вверх, что это... Они вверх растут, а я всегда думала, да. Что вниз. Дариша, смотри, давай, бананчики любимые. Ну, листья на наши осиновые, похоже, вот какая большая черная бабочка пролетела сейчас мимо. Ой, это не белка, это какой-то бурундук. Не белка. Спряталась. Да, спряталась. Нету. Это бурундучок, смотри, он полосатый. Его можно потрогать? Да, мы никогда не видели бурундучков. Можно его потрогать? Да как же ты его потрогаешь? Они вообще грызуны, Тёмочка. Вон они, прыгают по деревьям вместо белок. Что, Дарусь, нравится тебе, да? Мы как будто в сауне сидим, по ощущениям. Ой, а вон белочка, белочка все-таки, да. Я думаю, что здесь очень большая территория, но мы не будем обходить ее всю. Она не очень большая, но солнечная. Мы будем вот по теньку перемещаться, чтобы в первый день не получить солнечные удары все. Мы еще пока не акклиматизировались, папа. Будете потом ныть лежать все. Никогда такого не было. Фото твоих саркастических глаз. Осенние листочки продолжают нас радовать. Да. Очень много туалетов здесь, в этом парке, я отметила, как, ну, очень комфортно гулять, долго можно. Но жара, уже жара. Надо нам стараться раньше, как можно раньше выходить из дома. Мы сейчас будем прятаться в помещении уже. Такая у нас прогулка небольшая получилась, первая. Поэтому Вьетнаму долго.
большая прогулка в Бангкоке. Начинаем изучать Азию заново. Оставайтесь с нами, ребяточки. Не забывайте нам поставить лайки. Мы вас любим. Пока-пока. Пока-пока.